Здравствуйте, друзья! Добрый вечер! Сегодня я пытался проникнуть в ряды бета-тестеров, друзья. Встретил такой продукт, что просто не мог удержаться и решительно настаивал, чтобы меня включили. Значит, представьте себе продукт. Продукт является собой дрон. Такой прямо вот, ну, с пропеллерами такая фигня. И он же и камера тоже. То есть вы не ставите на него там какой-нибудь GoPro, а вот он как бы сам, свой дрон со своей камерой. И есть еще, ну, типа часиков таких на руку. То есть на ремешке такая, кругляшок такой. Вот, кругляшок выполняет роль микрофона. То есть когда этот дрон там с камерой летает, вот, вы в кругляшок говорите. Кроме того, кругляшок — это же и пульт управления, на нем есть кнопочки там влево, вправо, там вверх, вниз, там, в ту сторону, в эту сторону. Управляет дроном. Дрон, когда летает, он отлавливает часики. И когда человек движется, он за ним, значит, тоже движется. Значит, конечно, надо там, наверное, в лесную чащу не забредать, так мне кажется, иначе не знаю, что будет. Это интересно для тестирования. Но, в общем, дрон такой вот подвижный. Называется эта штука Lily. И они их уже продали там миллионов на 30. Стоит она долларов 800. Но сейчас еще идут испытания, поэтому они их пока не отправляют. То есть они уже их напродавали, но еще не отправляют. И я, как блогер, просто был очарован этой штукенцией. А компания эта пришла сегодня, значит, практикантов набирать, знаете. И лид, который интервью проводил, это наша выпускница, Алена зовут. Ну и, короче, она, когда пыталась мне объяснить, что они реально делают, она мне какие-то видео показала. То есть она сама снимала для там целей тестирования, как она там с руки, знаете, как сокола в воздух запускают, там он сидит на руке, а таким раз в воздух он полетел. И вот эта штука таким соколом с ее руки, потрясающе. В общем, то есть когда я это увидел в полете и увидел, как она снимает и что она делает и так далее, это было настолько трогательно, что я стал требовать, чтобы мне продали. Но говорят, не продается. Я говорю, ну тогда, может быть, потестируем. Да, очень-очень-очень впечатляющая вещь. Значит, у них там еще на самом деле много вопросов неразрешенных. Например, что будет, если человек со своим дроном там зазевается и кому-нибудь по балде даст? Вот. Там все-таки, знаете, как пропеллеры крутятся, и он... я не спросил, какой там вес у него. Так вроде было сказано вскользь. Я думаю, что он несколько там фунтиков-то весит. Он не такой уж прям воздушный. Ну, в общем... Он автономно летает, по-моему, пару часиков на батареечке. Вы можете сказать, что пару часиков — это не то, что полсутки. Я говорю, это правда. Ну так, значит, зарядите, еще будет 2 часика летать. Так что, в общем, желающих уже много. Это при том, что их еще никто не видел. Представляю так. Представляете, идешь там где-то, а за человеком дрон, как собачка. Знаете, так. А он еще на руку садится. Вот так ты ему команду даешь на посадку и так руку выставляешь. И он на нее садится так не спеша, так раз, и прям вот туда. То есть вот как верный пес или там верный, не знаю кто, сокол, опять же, там профессиональная такая охотничья птица. Это очень-очень трогательно. Так вот раз вот прямо и на руку. В общем, значит, я вам, друзья, обещаю, как только будет возможность, появится такая возможность, значит, я вам покажу. Если меня еще и в бета-тестеры возьмут, я набивался в бета-тестеры. Там 10 человек у них тестируют на стадии бета-тестирования. Ну, кроме QA-щиков, которые как бы по роду службы там чего-то делают. Так что, если меня включат в бета-тестеры, я вам расскажу отдельно. Вот. Пока такие вот новости незамысловатые. Счастливо!